أي الكتب أبدأ؟ أي الفنون أبدأ في العلم؟ على العلم كثير. С каких наук мне начать? С каких книг мне начать? Знаний же много. نبدأ بالتوحيد. Мы начинаем с книг по единобожию. مهم جدا. Очень важно. بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. Потому что с него начал пророк صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. Всевышний Аллах не принимает никакого поклонения, если в нем нет единобожия. لكن نبدأ بالمختصرات لا نبدأ بالمطولات. Однако мы должны начинать с маленьких книжечек по единобожию, не с больших. الأصول الثلاثة. Как, допустим, три основы. هذه الأصول الثلاثة متن مختصر. Это маленькая книжка «Три основ». أحفظ المتن. Я заучиваю матн. وأشرح هذا المتن أخذ شرح لعالم. معتبر ثقة لكن شرح مختصر. И я должен найти толкование на эту книгу ученого достойного доверия, однако чтобы это был короткий шаг. نضبط أهم شيء التعريفات والتقسيمات. Самое важное, что нам надо запомнить, это определение и деление. أراجع مع أحد إخواني هذا المتن. Потом я повторяю с кем-то из братьев эти книжки. وأنتقل لمتن آخر. И потом перехожу на другую. لا يلزم أنني الآن مثلا أكون أنا في روسيا لا يلزم أن يكون عندي عالم يعلمني أستطيع أتعلم من هذه الأجهزة. Условием, чтобы для того, чтобы я изучал три основы, что мне надо для наличия какого-то большого ученого. Я могу учиться из компьютера, с интернета. كتب استطيع نختمها بهذا. Книги я могу таким образом закончить, пока нахожусь в Руси. أهم العلوم عندنا التوحيد. Самая важная наука у нас единобожие. أصول ثلاثة. Три основы. كتاب التوحيد. Книга единобожия. هذا أهم شيء. Это самые важные книги. ينتقل بعدها إلى بلوغ المرام. بلوغ المرام هذا كتاب في الأحكام لكن بالدليل بالأحاديث. Потом я перехожу на книгу Булюг аль-Марам. Булюг аль-Марам «Достижение цели» – это книга по фикху. Однако в ней все на основе довода. رجل سأل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. Один человек спросил у шейха бен База, да смеется. قال الكتب كثيرة. Сказал очень много сейчас книг. وأنا لا أستطيع. И я говорит не могу. أريد أن تختصر لي العلم الكتب. Я хочу, чтобы ты мне сказал, с чего начать, какие книги начать изучать. قال كتاب التوحيد. Он ему сказал книга единобожия. وبلوغ المرام. И Булюг аль-Марам сказал. والله أعلم.